Всем привет, с вами Сокол, и сегодня мы будем играть в Warface. Кто не играл, ссылка в описании, советую, игрушка отличная. У меня снова юбилей, у меня уже там 50, по-моему, 3 или 50, не помню сколько подписчиков, но уже больше 150 подписчиков, сука! Да, и в честь этого я решил сделать видео не по Майнкрафту и не по какому-либо моду. Ах ты скотина, я тебе сейчас дам, да собака. Ну, в общем, я вот недавно тут узнала о такой замечательной игре, как Warface. И просто я сначала подумала, ахаха, снова говно, типа Point Blank, да. Но, блин, когда я увидел ее офигенный движок, я просто не смог удержаться. Я скачал ее и начал играть. И, блин, она офигенно клевая. Особенно класс медик. Мой самый любимый класс в этой игре — это медик. Да, это, по-моему, самый эпичный класс. Так. Давайте, по стелсу. У меня руки нет, а появился. Эпик! О, да, вот это клёво было, вот это было эпично. Ну, в общем, я, короче, скоро буду делать видео по Майнкрафту, вы не расстраивайтесь, ребятки. Все в свое время. Так, чем мне нравится эта игра? Она реальная, как в жизни. Одна пуля в голову и... Это было смешно. Вот, и человек умирает. Ну, все как в жизни. Нож убивает с одного удара, дробь в упор просто смертельно. Немножко подлагивает, но это возможно из-за фрапса, потому что... Скотина! Да! Да! Лидер, кто твой папочка? Я твой папочка. Ебать, Грена. Давай, выходи, петушок. Посмотрим, кто ты. Эпик, блядь, что это было? Я... Смешно. Ну, в общем, что бы я хотел сказать о своих подписчиках, о том, что они достаточно часто появляются. Ребят, спасибо большое, что вы смотрите меня. Все дела, я очень этому рад. Хотя не так много человек меня смотрит, но это в любом случае лучше, чем ничего. Также подписывайтесь на канал Собджекта и на их общий канал с Иваром. У них замечательные видео про программы, разные функции компьютера, и они рассказывают очень много интересного про сам компьютер и его возможности, про разные игры, программы, все такое. Вот, подпишитесь на этих людей, и там будет много чего интересненького. Также можете смотреть и меня. Если вы тут первый раз, то можете подписаться на канал или не подписываться, это лично ваше дело. Так как вас стало достаточно много, ребят, я сейчас не могу всех добавить. Очень много людей, которые хотят мой скайп, поиграть со мной. Да, это клево, я люблю играть и общаться в скайпе. Но я бы сказал, что скайп — это мое личное пространство, поэтому я не хочу давать ему его именно тем людям, которых я особо не знаю. Можем переписываться на ютубе, в комментариях. Да, вот этого я не против, пожалуйста. Но в скайпе я бы не очень хотел. Потому что я уверен, что мои подписчики будут просить там снять видео вместе со мной. Мне очень приятно, да, не каждый предлагает, но... Опять же, у меня нет времени, и видео достаточно, ну, не так часто выходят, они выходят даже редко, я бы сказал. А выходят они только тогда, когда мне не лень, и когда у меня есть настроение. А настроение у меня есть только когда, блядь, когда я хочу играть. Давайте я вам расскажу про класс медик. Класс медик из себя представляет солдата, который ходит с дробовиком, с пистолетом и с ножом. Амуниция у него вот такая вот. Также у него есть аптечка. Ай-яй-яй-яй. Иди сюда! Да! Эпик! Вот это было эпично! У него есть аптечка, которой надо перевязываться, когда вас никто не видит, и дефибриллятор. Ебать, крыса! Вот. И, в общем, при помощи аптечки, как... Понятно, он лечит, дебифлятором он поднимает товарищей по команде. Также он может ему убивать. Давайте попробуем. Иди сюда. Иди к папочке! Кто твой папочка? Я! Так. Вот так вот, как-то так. И, в общем, почему я люблю медика? Им очень эпично играть, ребят. Просто. В упор это самый мощный класс. А я как раз люблю месиво, упор... Даже, да, это было смешно. Даже тот же штурмовик или инженер не так сильный в упор, как медик.
А если вы любите покрысить, то этот класс явно для вас. Перевязались, подождали, пока враг выйдет, и жестко всадили ему кучу дроби в спину. Он явно этому не обрадуется и даже удивится, как сейчас мы выбежали из кустов. Он, наверное, в штаны навалил. В общем, этот мой самый любимый класс. Тут 4 класса. Снайпер, штурмовик, инженер и медик. Вот. И на мой взгляд, медик самый лучший, как я уже говорил. Потому что если враг стреляет вам в спину... Да! Куда ты, блин, делся? Он погонится за вами 100%, а вы так, знаете, хе-хе, спрячетесь, он выбежит, и вы... На, вот так! И вот, именно вот так и будет. Вот именно вот так и будет. А я... Первое мое ощущение были, вот, когда я зашел в эту игру... Я выбрал медика. Я почитал немножко про классы на сайте. И думаю, да, медиком буду. Люблю с вами помогать, да. Но, честно говоря, первый раз зайдя, я понял, что медик самый говняный класс в игре. О, спам тут совершенно не нужен. И то, что враги свои спавнятся через 2 секунды после смерти, то медик тут совершенно бесполезный класс. И зачем он вообще нужен, если враги все равно спавнятся и без вашей помощи? Ну, только если в бомбе. Это исключение. Что-то такой меткий, что ли? Да ебучий пидор. Так, и вот, и я подумал, что медик это чушь полная. Зачем его вообще добавили в эту игру? Но потом я зашел на сайт, почитал несколько гайдов, посмотрел одно видео. И так взял свои слова назад. Думаю, дай пойду попробую, как видео говорят и все такое. А я же медиком бежал на пролом и играл на карте, где открытое пространство. Вот, и я зашел на маленькую карту, ну вот на эту лес, но она достаточно не маленькая. И да петуш, да хоть скотина! Вот, и зашел на эту карту. И думаю, дай-ка я сыграю. Может быть, мне повезет, вот. На! Да, да, дядка, да, я эпичен. Ну и вот, и зашел. И, короче, такой начал просто месить, вырывать. Просто, и я уже, наверное, давай, нам! И вот, и я, в общем, наверное, раз 20 был на первом месте. И я, короче, взял свои слова назад, извинился перед медиком и сказал, что ты самый лучший, бро. Прости, что я тебя не уважал. И вот, и, в общем, начал играть за медика, все дела. И вот, бегаю тут, веселюсь, в подкатах убиваю, качаюсь. Играю с Объектом, вообще весело. Мы так, знаете, как какие-то жулики играем, да? Он стоит за углом. Ну, то есть передо мной, да? Вот, вот он вот так вот. Я тут стою, да, допустим. А он стоит вот так вот и стреляет. Я вылечу, а он стреляет и убивает врагов. Они его прикончить никак не могут. А он их мочит. А как... Мину поставил, засранец. А когда у нас обоих ХП мало, мы отходим, он лечит броню, а я его... Ба-бах! Вот это было просто эпик. Вот, и мы лечим друг друга. И, короче, иди сюда! Знаешь, для чего мне мой кинжал? Чтобы резать таких, как ты. Ух, тоже мне тут кемперы хреновые. Хотя ты не кемпер. Мне тут, кстати, очень такая функция нравится. Да вот, 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 вот. В подкате убить с ножа. Это так смешно, на самом деле. Я так делал кучу раз. Так смешно. Дают мало очков. Больше дают за убийство вот этим. Иди, да сука, да блядь, иди сюда. Иди к папе, к папе. Иди ко мне, да, да давай, давай. Ты чё, на, ты чё, ты чё, наца, наца, ты чё, косой, 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 да, да, дядка, это эпично, очень эпично. И, в общем, я вот так вот играю, потихонечку получаю уйму удовольствия от игры, на самом деле. Ты чё, на батю наехал? Да ебаные лаги, блядь, чё такое, чё так лагает? О, блядь, лаги, forever. Да, дядка, да! Порыхай как бабочка! 4, 3! 3 FPS, 4! Ладно, я думаю, мы на этом закончим, блядь! Я их вздрюкнул! Я опять на первом месте! Ого, я даже чувака с VIP-аккаунтом победил! Да! Now when I was a little boy. Эпик! 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 Эпик!